Здорованьки були, дорогі друзі! С вами, как всегда, я, Елен и Ганька. Ганька, ты где? А, Ганька пішла за салом. А сьогодні ми будемо тюнить Альфа Ромео, Джулія, Гулія, Юлія. Хер знає, як вона називається. Затюнимо її повністю, посмотрим всю весь тюнінг на эту тачку і продовжимо. Так що желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, і ми починаємо. Короче, как я говорил, начинаем тюнить эту прекрасную тачку. Суть данной рубрики — это весь тюнинг тачки, чтобы какой-то игрок, не зная, какая тачка, вот это меня вс... Заебись. Ладно, ни Джулия, ни Гулия, ни Юлия. Я надеюсь, хотя бы на Шкоду тут будет тюнинг. А то я такого поворота не ожидал, что, блядь, на Альфа Ромео нету тюнинга. Сейчас еще и на Шкоду не добавить тюнинг, и меня вообще тогда бомбанет. Короче, суть этой рубрики, чтобы какой-то новичок зашел на YouTube, написал весь тюнинг, там, Шкода, ну, короче, любого транспортного средства, смотрим, да, заходит на мой ролик, и я показываю весь тюнинг на тачку, ну, то есть, внешние диски и, конечно же, тачку тюню для себя. Мы делаем антихром, давайте сделаем антихром, сколько, 80 тысяч, бля, что я делаю, если у меня-то денег нету, передний бампер, нормально. Блин, писалось бы, от чего он ставится. Это 100% какой-то тюнячий. Сейчас сзади будет... Бля, я думал, какой-то более надутый он будет. А чё, тут просто выхлоп появляется. 130 тысяч. Дополнительное оборудование. Все, весь тюнинг 360 тысяч. Так, well, ладно, поехали снимем, сосчитать денежку. И зачутим все-таки ее. А чё уже? Назад пути-то нет. Надо снимать дальше. Так, все, 98 бензин, 60 литров бак. Заправляемся мы на 7200 рублей. Можно быстрее уже, а? Все, заправщику дали на чаевые. Все, поехали. Выделил я для сегодняшнего тюнинга целых 2 миллиона 800 тысяч. Что-то я, мне кажется, дохуя выделил. Максимум я потрачу на лимон. Я вот думаю, ставить на нее номер или не ставить. Ну, в принципе, Шкода, ну, такое, если честно, мне не очень она зашла. Мне Пола что-то больше даже понравилось. Ох, красиво, да, красиво подъехал, с кайфом просто. Так, ну, на дрифтове можно сделать арабский дрифт. Так, ставим тюнинг, вот эту решетку, вот это, вернее, бампер, сзади бампер. И все, решетку в черный. Но если они делали, то убрали бы значки, там еще что-то такое. Ну, что-то интересное, ну, можно же было придумать. Дополнительное оборудование, стробоскопа, гидравлика. Нафиг надо. Так, поехали поставим чиповочку, чтобы я знал, что по высоте диска. Вот тогда уже будем смотреть, какие диски сюда мы залепим. Ну, в принципе, вот так уже неплохой вид стал. Кстати, все думают, что те... Кстати, мне кто-то написал, что Шкода двухместная. Давайте проверим. Двухместная. На хреново. Теперь нам осталось диски еще поставить. Так, открыть каталог колес и выберем диски. Ну, блять, ну они с полочкой прям топ. Но с полочкой мы не будем добавлять. И вот это меня бесит. Обновление уже 1.9. Может, они диски новые добавят или нет? Я даже не знаю, какие сюда диски поставить, чтобы они сюда шли. Бля, ну вот эти более-менее, кстати, норм смотрятся. Давайте их и поставим. Все, в принципе, 435 тысяч покупаем. Варочки засела, все, норм выглядит. Подвеска жесткая. Ну, блин, это, я могу сказать, идеальная тачка для арабского дрифта. Но я не хочу этого говорить. Ну, вернее, я ничего не хочу, я уже это сказал. Потом мы еще раз заснимем арабский дрифт, потому что, вот смотрите, комфорт-чип, но она закидывается прям вообще жестко. Это прям идеальная тачка для арабского дрифта. Конечно, арабы на Шкодах не ездят, блядь. А может, и ездят, а фиг его знает. Вот камрюх вот этот новый надо протестить. Может, она тоже так заносится. Но просто комфорт чип, но смотрите, как она просто боком идет. Это капец. Блядь, куда я еду? Надо в тонировочку вкататься, братан, чтобы никто не пялился, как говорится. Тонер, давайте фары просто фул. 60, 80, 80, 75 тысяч зынь. В принципе, топ.
И остался только цвет. А вот цвет, я думаю, или белый, или черный. Ну, черная Шкода, это, конечно, какая-то правительственная Шкода, я бы сказал. Сейчас бы правительство на Шкоде ездило, а не на Мерседесе. Или на Тойоте. Ну, такую, блин. Ну, другие цветы я не знаю. Ну, конечно, можно еще ярко какое-то сделать, типа как РС, Шкода какая-то, она лимонная, что ли. А, я уже забыл, что у нас здесь винилка. Хромирование. Давайте поставим хром какой-то цвет. Давайте попробуем черный хром сделать. Вот типа сатиновая пленочка. Или металлик. Ну, металлик какой-то, если честно, хамелеон. А хамелеон такой вот зелененький. Ну, зеленая Шкода, ну, в принципе, гуд. А если белая? И хром. Белый хром. Ну, хром это не хром, это сатин вообще. Металлик. Мат. Цвет металлика. Ну, блин, можно белую Шкоду сделать. На отмена. На черных дисках. А можно сделать цвет кузова, а можно сделать ее черным. Мне кажется, черная будет получше смотреться. Короче, берем черный цвет, а диски черные. Нет, диски черные, тачка черная, это, конечно, дичь. Не-не-не. Все. В принципе, топ. По наклейкам можно что-то добавить? Здесь мини-кра. Просто обожаю эту смотрю. Просто ненавижу. Так, цвет кузова. Черный. Сохранить. Хром. Бля, может сделать. Не, пацаны, я все-таки сделаю вот такой цвет. Сохранить и оплатить. Все. Смотрите, какая наша Шкода. Просто антихром. Белые диски, каточки. Блин, еще номера не хватает. Какой-то ОМР, понимаете? Сейчас я посмотрю, что у меня есть. Так. ОМР, блин, это не то. ММР. Приора, кстати, на ММР. Ну, блин, Приора не хочется портить. ЕКХ 140. Это на Кабан. Гули АВ 3 семерки. ЕКХ 228. Не, ну хочется сюда что-то такое прям кайф тоже влепить. Ладно, пацаны, сейчас я, может, подумаю и что-то влеплю сюда. Хохол, она, оно, педик и полграф, привет. Привет, да, в видосе. Номера, кстати, не продаете? О, братишка, о, круто. Хотя бы одни адекватные подписчики, можно сказать. А то бывают всякие ДЦПшники, идиоты. Да, удачи, братишка. Вам тоже удачи. Все. Короче, пацаны, я ездил на БУ, слил, вы видели, Альфа Ромео, Джулия, Гулия, Юлия, потому что, бля, смысл от нее тюнинга нет, охрена нам не нужна. Я ее брал только ради тюнинга. Вот. И лазил по БУ, не нашел номер, и два дня стоял или три номер АВ-0008. АВ, это украинский номер, но что-то... Эх. Просто... Его нету сейчас. И я такой, бля. И не мог бы. Мог поставить бы его на Шкоду свою. Но ничего, мы сейчас едем на ЕКХ и перекупим себе какой-то номерок. Наверное, скорее всего, украинский, потому что я что-то украинский захотел номер на Шкоду. Русский ОМР лимон будет стоить. А тем более у меня сейчас денег не очень, вы сами понимаете. Кстати, на Камри, походу, тюнинг-то добавили, потому что решетки у всех черные. Так. Да, что-то все пишут. Так, Ешки. Ешки. На Ешки уже поставим ломарку 100%. Так. Лепим Шкода. Суперба. Блять. Ну, верили, я только что от покрасочной. Сука. От покрасочной только приехал вот сюда. Я только от покрасочной подъехал к БУ. От БУ приехал сюда. И все. И у меня тачка уже белая. Ладно. А мне интересно, сколько эти номера стоили? АВ-008, например, 007 АВ, да? Проверить, сколько они... В смысле, неверно формата. Вот так, наверное. АВ. АВ. А, говно. Давайте АВ поставим. Давайте только не АВ, а вот.
Они дороже, да? Они уже полторашку стоят. Не, давайте АВ. Все. Или АХ. Давайте АХ. У меня уже есть АВ АХ, так что давайте поставим. 500 тысяч. Все, поставим. В принципе, можно уже, чтобы он появился, этот номер? Или нельзя? Блять, ну ты появишься или нет? О! В принципе, топ. Сделались. Вот такие номера в жизни, пацаны, стоят 36 тысяч гривен. Вот сейчас я где-то переведу их в рубли, чтобы вы понимали, или в доллары. Ну, я в долларах уже так могу сказать, сколько они стоят. Не стоят дохуя. А на этом все, пацаны. Вот такой вот видос вышел. Вот такая у нас Шкода вышла. Антихром. Какие диски, какие. Какой цвет, какая тонировка, какие номера. Как это все просто идеально смотрится. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие ролики вы хотите увидеть. С вами был Аван. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения и всем пока.